Верблюд – учитель лучший олигархам, помеченным богатством, ворованным законом. Естественно, таким надрывно харкать и упереться в Божий суд с разгону. Богатый перечень семейств и одиноких, ворочающих цифрами по банкам, и нищим схапанное сплавить, им день прожить бы всем с открытым оком, и нищим схапанное сплавить без остатка. Когда чума придет на богатеев и выжмет сок из них желтее лимона, раскается, как мало кто успеет, оставив слух изглоданный, зловонный. Зачем метутся люди и людишки, трезвоня о себе пустоголово, приватизируют завистники и излишки, потом эти точно так же лопнут. И пузырятся рядом крохоборы, своей кончины вовсе не предвидя. Бог Иегова терпит, но на расправу скор он, воздаст за вдовы и сирот их обиды. В мечтах распухшее богатство не лелей и не трясись, злой пестун над корчагой. Прибыток твой с неубранных полей, так вовремя о том и прокричать бы. Верблюд уродливо шагает много дней, горбы колышутся, наполненные жиром. При чтении Библии расклад вещей видней, наш кругозор намного станет шире. Они приходят, уходя во тьму, сцепившись в нажитое с кровью обедненных. Когда умрут, достанется кому? На пелены заменятся недавние пеленки. Ушко игольное в него не протянуть, с узлами нить в небесную обитель. Разбогатей же в Бога, в этом соль и суть. Верблюд не плавает, как многих он обидел. 8 июля 2010 года.